Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы рассмотрим с вами фигурку Дракулы от компании Diamond Select, моделью для которой послужил актер Бела Лугоши. На мертвенно-бледном лице ярко выделяются выразительные глаза, алые губы и белоснежные клыки. Брови артистично изогнуты, волосы гладко зачесаны, на плечи накинут плащ, под пиджаком надеты жилетка и рубашка, украшенная бантом. На груди на красной ленте висит сигна, указывающая на высокое происхождение графа. На ногах строгие черные брюки и блестящие лакированные туфли. Данный образ древнего вампира-аристократа стал высшим достижением Лугоши в кинематографе. Он сам прямо это признал, завещав похоронить себя в полном костюме Дракулы. На похоронах актера, умершего в 1956 году, Винсент Прайс, глядя на лежащего в гробу при всем параде, не удержался и сказал, содрогнувшись: «Может, все-таки проткнуть его колом? Просто, на всякий случай». Артикуляция. Подвижна голова. Руки в плечах. Сгиб и вращение в локтях. И кистях. Имеется артикуляция в груди и поясе. Ноги в тазовом соединении на шарнире. Колени сгибаются. Подвижные ступни. Всегда элегантный и таинственный. Притягательный и галантный кавалер. Подавляющий волю и располагающий. Харизматичный и влюбляющий в себя с первого взгляда. При этом опасный и яростный противник в бою. Истинный лидер и негласный предводитель сил зла. Фигурка Дракулы — это маленький шедевр, достойный места на полке любого коллекционера, любителя классических монстров. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте, а я желаю вам удачи. До следующей встречи!